Обвиняемым в деле о резонансном ДТП на пересечении улицы Мира и бульвара Дружбы признан водитель автомобиля «Мерседес» 86-го года рождения, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области. Ранее он более 10 раз привлекался за превышение скорости. Столкновение нескольких машин на регулируемом светофором перекрестке произошло 25 июля 2015 года. По версии следствия, молодой мужчина ехал по улице Мира со стороны улицы Гагарина в направлении бульвара Дружбы. У автомобиля «Мерседес» под его управлением оказалась неисправлена ходовая часть. Шины, установленные на колесах задней оси авто, имели повышенный износ рисунка протектора. В рамках уголовного дела проведено несколько автотехнических и судебно-медицинских экспертиз, следственные эксперименты. Они показали, на участке с ограничением скорости 40 км в час автомобиль ехал со скоростью не менее 81 км в час. При этом водитель не остановился при включении красного сигнала светофора, выехал на перекресток и не пропустил фиат-пункта, который сворачивал к горбольнице на зеленую стрелку. Механические повреждения при столкновении получили несколько машин. Пассажирка одной из них, мазырянка 84-го года рождения, получила тяжкие телесные повреждения. Водителю автомобиля «Мерседес» предъявлено обвинение по второй части статьи 317 Уголовного кодекса. Ее санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.